Привет, друзья, это Выживатор, я продолжаю выживать в игре Resident Evil 2 Remake. Мне нужно пробраться за решетку в кабинете шефа, для того, чтобы достать карту, с помощью которой можно будет покинуть этот чертов полицейский участок и попытаться спасти девочку. Но для этого нужно наладить механизм, открывающий эту решетку. А для этого нужно достать часть от этого механизма. Одну часть я нашел, вторая часть должна быть в часовой башне, но ее очень тяжело достать. И в прошлом видео у меня была проблема. Я не мог понять, как же мне, где же мне достать еще одну шестеренку. Но потом я обратил внимание, эта большая шестеренка активна. Обычно, если какой-то объект используешь, он исчезает, он не показывается на карте, а этот объект активен. И у меня появилась идея, а может быть можно ее взять и вставить в другое место. Я вот сейчас хочу это попробовать сделать. Я выложил все лишнее. И я не буду пытаться с тираном сражаться, кстати говоря, потому что мне подписчик... Клевер Геймер сказал, что тирана нельзя уничтожить, его можно только оглушить. Ну, я так и думал, на самом деле, сомнительно, на самом деле, что такого терминатора можно так просто расстрелять, поэтому я даже пытаться не буду. Так. Я его не слышу вообще. Почему-то. Надеюсь, он меня тоже. Бери. Да, шестеренку можно взять. Это отлично. Теперь надо понять, куда ее можно присобачить обратно. Здесь деталь я уже поставил. Давай попробую наверх подняться. Вот этот вот. Вот эту коробочку надо сдвинуть. Видимо, в колокол забить. Так, все прекрасно ставится, все прекрасно работает, отлично. Так, мы созвали всех зомби вокруг полицейский участок. Но зато теперь у нас есть деталька. Круто, да? Получилось, ну еще бы не получилось. Так, давай посмотрим. Правда, теперь я думаю, что могут у нас новые кости появиться. Бери быстрее. Сразу же открываю. Так. Отлично. Вот она, деталька. Больше ничего тут нету, да? Надо посмотреть. Так, у меня сейчас оглушающая граната выбрана. Это прекрасно. Так, и я не знаю, где сейчас этот гад. Да что ж такое, что ты мне... Так. Сейчас поймем. Где он? Блин. А, вон он на первом этаже. Нормально. Живем. Так, где там у нас? Так, мне что-то иногда хулиганит игра. Сейчас хочу попробовать посмотреть, может быть, динамическое размитие в движении у меня отключено.
Вроде как не должно. Ну, блин, то тормозит, то не тормозит. Раздражает. Так, вот эта комната. Шифром. Может застать нас тут, на самом деле, этот гад. Итак. Как вращать? Вот так вращать, да? Так, привести надо вот сюда. Так, идет сюда, сюда, потом сюда. Хоп, хоп, хоп. Ну, наверное, вот сюда надо уводить. Я точно не знаю. Так, отлично. Открываем быстро все. Кто это умудрился позвонить сюда? Смотри, сколько карточек там лежит. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Шеф скорее. Шеф звонит, да? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Блин, круто. Теперь мы будем играть за девчушку. Надо же. Слушай, ну ты знаешь... Клёвый поворот. Плюшевая кукла. Ну, давай возьмем. Может быть, сможем как-то отвлечь ее. Отвлечь врага. Этого чертова маньячил. Поврежденные игрушки какие-то. Тут какая-то... Ну, вон видно. Дырка. То есть можно, скорее всего, сюда уйти. Сейчас осмотрюсь до начала. По сторонам. Так. Не хватает туда чего-то. Похоже. Не хватает одной игрушки. Не думаю, что есть смысл открывать. Так. Игрушку изучить. Ладно, давай изучим игрушку. Плюшевая кукла, грязная плюшевая кукла. Так, тут у нас тайничок. Угу. Прекрасно. Идем сюда. А, вот как это, да?
Так, загадка немножко сложнее, чем казалось на первый взгляд. Вот здесь совпало, смотри. Мне одной только не хватает. Блин, как ни крути, чего-нибудь не хватает. Отлично. Ножницы. Столько мороки из-за чертовых ножниц. Не уверен, что правильное решение, но может быть стоит попробовать ручку подергать. Попробую. Ради интереса просто. Закрыто, конечно же. Тут довольно мило, учитывая зомби-апокалипсис и все такое. Но что это за место вообще? Это ее дом или нет? Возможно, здесь чертов маньяк держал свои жертвы, например. Тут на самом деле без ножниц можно оторвать все это. Весь этот скотч, черт. Так. Что нарисовано? Не знаю. Где я? Спальня. Открыть не получается, ладно. Это какой-то детский дом, что ли? Опасно. Ноклемик. Что это значит? Не беги, написано.
Черепашка, не беги. Так. На себя вытаскиваем. Так, а нижнюю можно? Ну, лазает она, конечно, не так, как Клэр. Она не спортсменка, просто ребенок. Must be the door out of here. Дверь пока не буду трогать. Интересно, что тут еще есть. Так, ну ладно, попробуем. О, внутри записки какие-то. Дневник Тома. 5 февраля. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как я написал Оливеру. А в ответ молчание. Ни словечко. Хотя они все становятся такими, когда их усыновляют. Небось устроился по-королевски в доме каких-нибудь богачей и думать про нас забыл. Я был уверен, что Оливер не из таких, что мы с ним друзья навеки. Какой же я дурак. 8 февраля. Анна сегодня рассказала сказку малышне. Мол, когда родители забирают кого-то из нас, они делают из ребенка еду для чертей. Вот почему дети никогда не возвращаются и не пишут. Уж не знаю, чего это она, но из ее бредовых идей получаются отменные страшилки. 13 февраля. Тут творится что-то странное, и дело не только в сказках Анны. Нет, я не жалуюсь, я бывал в приютах похуже. А этот еще и получает кучу денег от какой-то корпорации. Но почему нам нельзя никому звонить или ходить на улицу? Почему повсюду столько врачей? Почему тут что ни день, то новые прививки? Мы как будто... 14 февраля. Меня усыновляют. Меня. Обычно все хотят детей помладше, так что я давно решил, что уже стал слишком взрослым. Надо признаться, новость приятная. Да что я... Я просто на ушах стою от радости. Распрощаюсь с этим местом уже 20 числа. Постараюсь быть хорошим сыном, чтобы мои новые мама и папа гордились мной. 19 февраля. Посреди ночи прибежал Оливер, весь побитый, кричит «помогите» и все такое. Я его даже не узнал сначала. У него лицо было какое-то облезлое, будто расплавленное. Тут же явились учителя и врачи и забрали его. Говорят, проблемы с кожей. Скоро ему станет лучше, и мы сможем отправиться с ним в новое приключение. Итак, это место не такое простое, как кажется на первый взгляд. Это какой-то приют, но здесь, похоже, над детьми проводились какие-то опыты, судя по всему. Это пипец. Зловещая, зловещая тема. Так, давай посмотрим. Жуткие куклы. Жуткие куклы с черными глазами. Боже мой. Так, ну дверь, конечно, закрыта, да? Нет ключа. Darn it, I need the key. Она не так хорошо лазает, но, по крайней мере, она умеет ходить тихо. Это уже хорошо. Mm-hmm.
Боже мой, вот, вот. То как раз о чем говорилось в его дневнике. Свинья, 160 сантиметров, 22 года. Красивая женщина. Жесть. Вся моя, говорит. Куда собралась, Шерри? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. Держи, Кайл. You little bitch. You're gonna pay for this. О, двуликий теперь-то у нас. Прятаться-то. Он дверь закрыт. It's all over now. Doors locked. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Ключик можно взять, нет? Я не понимаю. Блин, как ключ-то у него взять? Ай, блин. Лики. It's gonna be. God damn it!
last fucking chance. Show yourself. Попробую здесь остановиться сейчас. Надеюсь, получится. It burns. Быстрее, 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 давай. Бери, ключик бери. Почему она не берет ключ? Беги. Fuck is my key. I see you. Может быть, надо было его закрыть, конечно, не знаю. Закрывай, молодец. Чем он так дверь-то расхерачил? We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. The pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Are you serious? Damn it. Just you wait, asshole. Да, крутые были прятки. Сейчас надо как-то отсюда свалить. Ну, скорее всего, надо... Здесь уже все облутано, перелутано 100 раз. Поэтому... Так, вот этот сейф, кстати, я не открыл. А почему же? Я же, по-моему, знаю комбинацию. Но я пробовал. По-моему, я пробовал, не получилось. По-хорошему, сейчас, наверное, остается только вот пройти через офис шефа. Ну, наверное, сохраниться и так далее. Я продолжу в следующем видео, скорее всего, проходить эту игру. А сейчас я пока сохранюсь. Что ж, мне очень понравилось. Очень понравилось то, что дали поиграть за Шерри. Совершенно новый опыт, но что не понравилось, ну, скажем так, все заскриптовано. Есть только один правильный способ пройти эту миссию. Что ж, у меня на этом все.
Спасибо за просмотр. Ставь лайк. Интересно, что ты думаешь о нашем господине шерифе, который очень-очень непрост. И я был прав, когда читал записки таксидермиста о том, что он, зараза, это не свинью, а убил. Он убил женщину. Вот. Он свое получил, но я думаю, что мы еще его увидим в новом качестве. И это... И он просто будет в новом статусе. Но тварь он уже был при жизни изрядно. Скорее всего, будет... он станет впоследствии каким-нибудь жутким мутантом. Ну, у меня на этом все. Ставь лайк, если понравилось видео. Пиши комментарии. И до встречи в следующем видео.